страшная картинка, правда? В России живет 143 миллиона человек. Представьте, что каждый из нас выбрасывает по 400 килограммов мусора в год. Мы посчитали, что если сложить весь этот мусор, то можно построить башню шириной метр на метр и добраться по ней до Луны. Информация и технологии являются механизмом борьбы с загрязнением окружающей среды. Информация – это важнейший ресурс и движущая сила развития человеческого общества. А технологии позволяют нам систематизировать и работать с информацией. Сейчас я вам расскажу, как можно объединить информацию, технологии и экологию. Представляю вам уникальный проект InfoEcology, который по своей концепции пока не имеет аналогов в России. Это независимый информационный портал всероссийского масштаба для профессионалов, экспертов, предприятий экологической сферы, а также для людей, которые неравнодушны к проблемам экологии. Вся экология России как на ладони – это раз. Только самые свежие новости – это два. Площадка для профессионалов экологического рынка – это три. База экологических знаний – это четыре. Этот портал поможет нам решить множество задач. На портале InfoEcology каждый сможет найти всю необходимую информацию из мира экологии. Все, начиная от каталога предприятий, законодательной базы, экспертных мнений, заканчивая актуальными новостями. InfoEcology станет уникальным интернет-медиа и будет пользоваться популярностью, потому что тема экологии является одной из самых важных для нашего государства. Не зря этот год объявлен годом экологии в нашей стране. Мы просто оказываемся в нужное время, в нужном месте и в нужном формате с профессиональной командой. Немного фактов. Ежегодный прирост рынка интернет-рекламы составляет более 10%. Это прогрессирующий рынок, выгодный для вложения инвестиций. Если мы начнем реализацию портала уже сегодня, то через полгода мы будем в закладках у каждого специалиста экологической сферы. А через 2 года доход портала будет составлять от 2 до 10 миллионов рублей в месяц. И помните, время и технологии не стоят на месте.